Это ж так весело. Стрелять в голову другу из дробовика. А чего ты такой? О, спасибо! Я очень рад. Процесс телепортации произошел успешно. Mm-hmm. Добро пожаловать. Fox Airlines. Знаешь, я так подумал. Чё? А? Хитро! Ты уверен? Мне все равно не начнут пока мне тренинг, потому что обламываться. А вы как там сзади оказались? Мы впервые варпнулись. А они не варпнулись? Мы не варпнулись. Да, они... Удивительно, да? Это как-то странно. Главное, только мы двое причем. Как интересно. Ну ладно. О! Это что такое? Психокарлик. О, мертвый психокарлик. Прилетели, блин, здорово. Что у меня опять с пушками проблема? Начнется же веселуха. О, тут сзади. Вот, видишь, что это зеленое свечение? Это твоего? Оружие. А это навык чей-то, это не свечение. Выходит такой, а что тут происходит? А ничего, блин, иди спи. Вау! Да. Да, я думаю... Ай-яй-яй! Ну, иди сюда, дружище. А, вот этот Фредди, наконец-то. А, фиолетовые, отлично. Я сейчас тут тоже куплю. Так. Отлично. На, пофиг. Все. Добро. Что, выходим на арену? Тут, кстати, фиолетовые эти. Все бы деньги потратил на эти апгрейды. Так мы уже купили. Ну, я думаю, что сейчас будет какой-то замес, знаете, на Никите дринк, вообще. Судя по всему, он будет мощный. Мысли? Да. Про чё? В таком прямом. У вас есть квест на арену? Ну да, сейчас будет. Где? Вы же в граунде. А, ну вот. Это вторая арена в игре. Как бы, на? Не понял. Все зашли, да, все. Да начнется же битва. Ох, нифига там. Контейнер как. Контейнеры спускают. Держи! Держи! Смотрите. Ну по кому стреляешь? Не пишешь, бежит. Получается у тебя добивать их? Да. Славно. Я тогда эскейпаю себе удачно. Все что ли? Нет. На, короче, запали. Смотри, какой у меня классный топор! Где враги? Где враги? Сторону зачистил, что-то такой стою, нет никого более. Нет, он будет меньше, чем 9 часов явно. Так. Щит дали новый, коррозийный. Аптечка.
аптечка. Второго раунд сразу там 29 уровень. Вам по сколько у тебя зрителей на стриме сейчас? 19. Мало осталось, по-моему. Меньше, чем утром. Mm-hmm. Никто же не зовет на стрим. Я не понял, а взрываться эта штука сейчас собирается, нет? Это граната такая. Ой, Лёва, ты зря туда зашел. Ну да, наверное. А, они на меня смотрят, нет! Капец. Опасно. Да. Блин, капец. О, минус. Блин, я еще даже не вижу никого из врагов и убить не могу, чтобы подняться. Вот в чем моя беда. Лис! Минус крови. Если убью, я тебя буду снимать. Все, хана. Ой, да ладно, это меня подняли или я. Я тебя поднял, давай, вали. А, ну арену заварили. Заварили. Выходи, да. Нет, не заходи, вам! Не заходи, пожалуйста, нет! Ух, пошли, похилимся и заново. Не заварили, завонили заново. Вы что-то зря так это ломанулись-то прям на всех. На них. Да я, блин, последнюю рубаху на груди порвал, блин. Ты бежал. Забежал прям к ним туда. Но. Ой, ну не знаю, о чем я думал, но прям вообще не знаю. Вообще не говори. О чем же ты думал? Ну-ка, расскажи мне. Ну, не знаю, рассказывай-то. Патроны мне не надо, у меня вам под рукой. Лечебный набор, ну давай купим. Все, а на чё вам намекаете? Люди с YouTube почему-то так удивляются длинным стримом, который больше 2 часов идут. Ну потому что на YouTube делают меньше 4, чтобы сохранился. Стримы... По 24-36 часов есть. Три месяца. А чё, где? Владелец Адольф СК 2 ТВ однажды 3 месяца подряд стримил. Причем изображение с вебки. То есть реал лайф свою. Мы что-то запороли, по-моему, квест. Чё, абсолютно запороли? Ну ща попробуй что-нибудь. С 3 позиции заняли по 4 колоннам. Удобные позиции, между прочим. О. Вот, запустился. Единственное, что они будут нас обстреливать. Это да. А зато мы их тоже будем обстреливать. Чисто вот стрельба такая. Стрельба до тебя сильно начинает. Качка добить? Крови сможешь? Убили того, на кого я хотел убить. А он не... вот он, видишь, на меня смотри. На сторону. Нет, убили его. Я специально оставил. Я себе специально оставил несколько маленьких недобитых. Но я видел его, и он на меня напал, и я его не убил. Это где-то мелочь была. Если кто-то один. Ну ясно. А, загагон. Все, просто. Добивай! Так. Это мы зафейлились, я так полагаю. Как бы. Да, спасибо, Лео. То есть? Да, эти двое убежали уже. Я заодно запускать квест пошел. В смысле убежали-то? Ну я как бы тут лежал. Ну как спасибо. Бы я-то и умер. Из-за этого и зафейлили. Ой, заново. Пишитесь что ли? Ну, давайте, спина к спине.
блин, рано. Или хотя бы по парам, чтобы друг друга страховать. Нет, я просто сейчас не пробегу туда. Ой, блин. Ой, Карл, где ты? Нет, вот это. О, здрасте, дядя. Так, покатит. Да блин, кто меня так продамажил прям знатно. Да блин, высунешься и прямо в рыло получаешь. Чувак с ракетницей просто. Ясно. Откуда вообще, непонятно. Крови вам пойду там друг за другом следите? Нет. Мы просто с Лисом тут вдвоем, если что, я его прикрою. Да че вы там? Ой, ладно, давай пойдем. Подожди, я продамажу, а не буду поднять. Блин, вампа сначала надо поднять. Добивайте. Понятно. А что было? Кто-то букву я не нажал. Прови. Нажал. Зачем? Да вот я говорю, это, блин, посмотреть. С друг другом присмотрите, ну вот да, то есть 2 на 2 и все нормально будет. Просто смотреть, если у тебя 4 ракеты летит с одной ракетницы. Ну я понимаю, но у тебя для этого второй человек есть, который тебя может поднять. А чё мы не вчетвером бегаем? Ну я отхожу, от вы можешь с ними остаться, меня не убивают, потому что я снайпер, я хорошо там позицию занял. Ты можешь их помогать тем. Я-то в своей позиции ни разу еще не умер. Ну я тогда буду на стороне тебя крыть, если чё, может там карлики, да, блин, еще я... подбегут. Короче, не, всё нормально. Да не, за карликов я тоже разберусь. Опять рано у нас. В смысле рано, вы же сказали все. Гранату кинул рано. Я, а, кстати, я врагов вообще не вижу, вон там двое. Воу-воу-воу, нифига себе. Вот это урон. Щит вообще непонятно. Я подниму. Капец. Поднимешься? Да. Все? Да, шикарно. Next. Нет, next мы не потянем. Нет, я имею в виду. А, вообще все уже. Да-да-да. Ну, в смысле, следующую волну нам рановато будет. Это была на 29-й. Дали модификаторы класса. А, нет, слушайте, на 28-й левел вот сейчас волна. В принципе, можно. Лечитесь там, патроны покупайте и гол. Так, щит, holy fucking shit. Огромный запас энергии. Обалдеть, 512. Я готов. Как будете готовы заходить? Да ладно, очень... ты не психуй, да все нормально будет, я так говорю. Так. А что тут винтовки не снашиваются? Ага. Блин, я помню, единственная игра, которая мне понравилась с износом винтовок, это Far Cry 2. Да нет, не особо как-то. Обычно сгущенка да сгущенка. Чё? Ничего. Он либо комменты читает, либо там к нему подошли. Я, кстати, тоже поначалу подумал, вам отвечает, это, Лёве отвечает, а потом смотрю, там, краем глаза с комменты. Че там про сгущенку, какая еще сгущенка, я думаю, Far Cry 2, тут сгущенка, чё? Это как лопата, только сгущенка. Что удивительного-то, я не понимаю. Понимаете же, что чат есть? Не, просто как мы говорили о Far Cry, ты резко так про чат заговорил, ну, неожиданно. Сгущенка, блин. Говорил, нас заговорил. А я сзади! О, откуда? Ясно. Вампу уронили. Я не был готов вообще. Блин, какой, а?
Мне, походу, надо будет помочь, ребят. Или раздамажьте хотя бы вот этого 30 уровня, пожалуйста. Раздамаживаю. Убивай. Спасибо. Так, строю вам. Да ёлки! Откуда? Are you fucking serious? У меня опять еще один 30. Вот теперь ну, я не встану. Ну тут уже надо тебя поднимать, да. Блин, там Прови упал еще. Давай. Я тебя сейчас сразу бросаю. Блин, а где Прови-то? Я Прови. Вот еще Прови. Пошло воскрешение. Та-т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 а. Он еще и бьет. Какие боли, а? Анальные у меня тут. Да сбоку. Вы серьезно? Ну нет, я уже так ничего не смогу сделать. Кто-то и встал. Все, мое уважение, ребята. Вали. А, 16 хп. Слишком. Вот и все, ребята. До конца борись, да. Почти, почти. Короче, не надо в этот раз вставать на те позиции, где до этого стояли. Это слишком опасная позиция. Они сзади в этот раз оказались. Я вообще не ожидал такого. Меня в спину просто разрешили нафиг. Палата 4563 доллара. Сколько ты заплатил? 4000 всего. А я 30. Так эти модификаторы закупки закончатся день. Но я купил все модификаторы, у меня там 20 тысяч оставалось. И в итоге вот, пожалуйста. Та же фигня. Ну, у меня 300 тка. А, вы типа на каждую винтовку закупили, что ли? Ну а, да, нет, у меня. Ты ж одной только стреляешь. Я, ну, я револьверы, да это. Ладно, считай по 3 винтовки. Так, теперь вот откуда они будут идти, я вот прям не знаю даже. Вот к вам. Mm-hmm. Ой, вон, смотри, сзади тоже тут, блин, офигеть, со всех сторон. Вы их до конца не добивайте, переключайтесь, когда остается чуть-чуть. Да как они ж дымажат, не знаю, кто из них убивает. Тут такое дело, надо оставлять только когда рядом кто-то и по нему стреляет, таулик. Вот, например, как сейчас, да? Вот как вам, допустим, сейчас, да? Блин, какое, а? Да, добивай. Блин, как же больно, зараза, а? Так, аптечку, у меня аптечку. Ай-яй-яй-яй-яй. Ля-ля-ля-ля, уйду. Сейчас танк опять надо его оставить. Или кому-нибудь из вас. Ага, все трое упали, клево. Да блин, ну да, да. Да реально, блин. Поднимай Прови. Я умер тоже, валяюсь. Вол. Вам давай. Я Прови подниму, ты Леву. Валяюся, 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 я валяюсь. Хорошо, что я допил этого. Там что? Только мародеры остались. Кто умер? Даже я не нажимал, странно. Я вас выкинул. Может там ограничения по падениям? Ну может. Да нет, вряд ли. Хотя вам трижды он упал, да? Да, он где-то там. Ну да, я уже запарился там. Это третье его падение было. Я Рамки Григолов еще не видел мне. А квест на 28 уровень. Ну, как говорится, челлендж. Очень дисплей. А? Э? Не, вам что сказал? Вот всем надо было передразнить меня. Да это же я, блин. Так, ладно, ты, окей. За тобой эти двое тоже повторили. Все, успокойся. Лёва, бегу. Да я его скоро вкачаю, но мне, по-моему, без конца будет так орать.
Такое замечательное утро, рассвет. А как... давайте вон туда попробуем, вон с той стороны. Атмосферка, прохлада. Вот здесь деньги. Утренний бриз. Что-то слышим мы. Да. А, ну смотри, да, в принципе, тут такая позиция, ничего. Чё-то кто-то говорит. О, смотри, здесь можно пролезть. Давайте, бегём! А, хрен. Бегём. Вон сейчас выходить будут. Серьёзно? На! Так. Граната. Парни, пробуем, Лёва вам. Давайте к нам, а. Да ты тут не слышишь. Так не знаю, вот сейчас вы упадете, мы сможем вас поднять. Я пока шифруюсь тут по углам. Так. Пока держимся. Там банда кадров. Да, да. Так, Прови упал. Да я поднимусь сейчас на карлик. На карликах поднимаешься. Если они не распрыгнутся от меня. Ой-ой-ой! Я манал. Блин. Потрачено. Да убей карлик. Если бы у меня не было такого дикого разброса в патронах. Живи! Так, а, вам поднялся. Блин, чуть-чуть осталось, ребята. Да, а, блин. Да я ты сдохни. Провалить. Провалили? Провалить, друга. А. Я просто... И Прови поднялся, отлично. И вот это вот, хотел у меня... Стреляю! Он убегает, падла! Все. Почти выиграли, почти. Еще чуть-чуть. А ты оптимист. Я все уже чуть-чуть остался. Ну реально тут. Раз-два я обчелся. Вот и все. Нет. У всех там восклицательные знаки горят слева вверху. Он в центре еще последний. Все. Все, все, закрылись клетки. Ещё нового не хочешь? Ё! Это я вам скажу, неприятно сейчас будет. Что там, здоровяк один, да? Да. Один на мне. Так. От одного я ушёл. Вставал. По максимуму. Ознакомься с моим пистолетом, пес. Это есть. Там еще идут, выходят. Блин, с ракетами вылезло. Где она? Так, вам. А где вам? Ага. Блин, я не понимаю. Капец. Все. Работаем сюда, все сходят в него прям. Да вам сейчас. Вампу поднять! Вампа! Воскрешение идет! Главное вампа! Потом уже кровать левый. Не могу, меня сейчас снимут. Тебя лифт. Ага, левый попытаюсь поднять. Все. God damn! Офигеть! Это было, я вам скажу, вот нормально. Да, вот на последних секундах добрался. Ради такого можно играть в подобные игры. Ну да, первый бордер все-таки похардкорнее был. Да, блин. Нормально, да, так? Так. Все птички сожрал, блин, которые увидел. Кто там с ракетами у нас гоняет? Я тут такую ракету мощную поднял. Не знаю, насколько она мощная, но с
судя по урону на ней написано, мода. Да. Не, X7, по-моему, плюс 500. X3. X3? Там, я так полагаю, сейчас еще один челлендж, да? Но только он последний, мы его не будем делать. Не факт, это уже был, по-моему, последний. Да? Да. О, снайпу дадут, ребяточки, сейчас скидывайте. А, у меня розовую ракетницу дали. Скиньте мне это, снапы. Снапы, снапы мне автомат дали. Вам автомат дали? Снап. Нет. Мне ракетницу розовую дали. А, то есть каждому свое дали, понял. А. Угу. Как интересно. Блин, снапах уже моей, ну что за... И такое бывает. Бывает жизнь, не огорчение. Так я вот горю с этой снопой уже, блин, 100 лет хожу. Либо нет, есть печенье. Ой, надо окно открыть, не могу. Короче, я тоже продаю нахрен все это дело. Батарея так разжарила. Нормально, так бабла подняли. Получается, было 20 тысяч. Да. Я, ты молодна ракетница, вот там залпом. Офигеть. Нормально. У меня вот этот пистолет, он прям вообще меня так радует. Сколько у кого денег, вот мне чисто интересно. 165. 195. 6. И покупать-то нечего, самое-то смешное. Но у меня было бы сейчас тоже где-то 400, ну скорее всего, да, прям кругленькое 400, потому что до этого я купил 3 апгрейда фиолетовых на пистолет, пистолет-пулемет и винтовки. Просто видите, ну как бы ни снайперки ни одной до сих пор не распродавали нормальный. Не, блин, это. Так, что, пошли за машинами, да, в город. Пошли за машинами в город. Хорошо повоевали тут. Вообще как прям холодно. Так. Это запарило. Чего тебя запарило? Да что жарко, холодно. То окно закрывают, то открывают. Так вот я так же сейчас сижу. Сегодня батареи до ужаса пекут. Пека. Да, да! Пинц. Мы проскочили. А, нет, приехали. На, мать твою! Птица! Сейчас будет процесс телепортации, ребят. Fox Airlines. А, вот теперь нас телепортируют. Ну да. Странно, что в прошлый раз нет. Наверное, радиус определенный должен быть. Кофе как. Нет, зачем ты это сказал? Теперь я кофе захотел. А я вот вообще нам фигово, нам то жарко, то холодно, тебе хотя бы просто холодно. Кто-то кого? Голодный еще сидит. Сардельки. Да он же в холодильнике лежит, это не холодно. Ну, с холодильника вылези. Так. О, щит хороший дали. Щит. Помните того деда, который сидит за дверью? Угу. Нам ебу ему и... Что? Нам что? Нет, я отказываюсь это делать. Я говорил. Я говорю, нам ему еду надо достать. Да, да. Еду, да. Ему. Да, еду. Вы дать его под предлогом еды? Я говорю, я отказываюсь. Я не согласен. Let's go drive. В общем, нам ехать надо сейчас в новую локацию. Так, вы пока... Я сейчас. Как нам? А, ну все. Колеса лучше, чем пятки. Что? Ну, там, сабок прочитал. Мой отец всегда говорил, колеса лучше, чем пятки. Блин, конечно. Сартелька, ты потом не ришь, что если тебя в этом чате тоже забанят. Все. И снова здравствуйте.
Только успеем, что сдавать квесты, брать квесты, выполнять их, сдавать обратно, брать новые 10 штук, а потом обратно идти выполнять, и потом снова брать 100, после того, как мы выполним эти 10. Вот. Подсолнухи декоративные. Судя по тому, что пошла такая тишина, я не слышу движения звука движка автомобиля, могу предположить, что где-то идет какой-то диалог. Улица в голове. Чисто вот. Вы не поверите, у меня там постоянные диалоги. Ой, Михаил, он появился. Поехали! Поехали! Забарал. Приехали. Бартуха. Е! Попал я. Хелп, хелп, нет. Че, попробую ее совсем АФК или так, слегонца? На его довезу, наверное. Я говорю, в New Haven опять на доске появились квесты новые. Да, да, да. Эх. Молодость. Не говори, да, ого, на доске вон, смотри, у них что. Нет свободных мест? Ну да, уж точно нет свободных мест, я думаю, вот тут. Я спасу вас. Я хочу ты уже... Ты нас спас, офигеть просто. Видеть. Да. Как опустятся эти мосты. Питерские. А, видишь? Ой. Так что-то не так. Что-то я вот не понимаю. Что-то не понимаешь. Rust Common East. А, ну все, я запомнил. Rust Common East. А сейчас мы в New Haven слетаем, заберем квестики и вернемся сюда же. А, нет, мы не слетаем, тут нет телепорта. Фак. Ох уж это рутина, а. О. Он в городе как бы. Завладел автомобилем. Я завладел. И это там с плечами поосторожнее, ладно, а то что-то каркас новый поставил, по сути. Сейчас растянется. Вот. Право, поехал. Просто подваляется. Ну ладно. У меня тут моделька этого слизняка прицепилась к багажнику, и мы теперь с ним двигаем. О, все, вроде. Прицепилась. Сейчас гляну, что. Давай. Ого. Тут целый тоннель. Берсерк. Гадость! Или сладость? Гадость. Ты меня троллишь, не? Да ты за тобой там подожди прям. Я думал ты. Я взорваться боюсь. Валим отсюда нахер. Все, поехали. Ой! Выскочил. What the fuck? Чертик. Кто-то спрашивает, сколько мы еще будем стримить. Не-не-не-не-не-не, у нас видел уже целились. Угу. По-моему, мы уже живем в этой игре. Да, мы живем. По-моему, мы много будем стримить. Добру, конечно. Ну так, часа, не знаю, 4. Первая сессия длилась час, если мне не изменяет память. Вторая сессия длилась 4 или 5 часов. Это у нас третья. 4,5. 4,5, да, получается. Это у нас третья сессия, и сколько она уже идет? Дофига. 6 дофига. Часов 49 минут и 50 секунд. Как у меня крышняк еще не поехал, хотя он уже поехал, потом снова приехал и снова отъехал и снова приехал. Правильно, мы застряли. Я не знаю. Понял. Ой, ты ее бахнул. Нет, это не я. На, видимо, заключил. Что тут происходит? Нам сюда надо? Ой. Эта штука меня целит. А, там патроны летят. И не долетают, прикинь. Еще бы не долетали. Офигеть. Реально просто тупо не долетает. Ай! Возвращаю свои слова обратно. А, стоп. Где по отверстию в стене? Они все-таки долетают. Что я творю? Что ты творишь? А-а-а. Мазанул.
По-моему, ты даже... Вспышка слева, вспышка справа. Ну, нет, долетает. Блин, у меня двигается. Ну, ракетница это такое дело, там, да. О, попадание. Чего делает? Да вон там издеваемся над туреткой. О, почти. Он догорит. О, вы такие рогеды полетели. О, все, минус. Вон там еще есть. Он как так криво. Снайпер сейчас просто снимет водителя. Не, водителя там не снять, увы. И все. Бамбалео. И просто все. Разведка отправилась. Вперед. Данте, просто интересно, вы в туалет ходили или у вас бил туалет? Или терпите? Блин, я уже забыл, что это такое. Я забыл, что такое туалет. Кто-то в горшок. Вот реально просто забыли. Далее. Кто-то Картман. Что туалет? Кто-то Картман реально вот просто. Мама! Тазик! Бедро там. Вот там еще одна. Да. А было бы еще круче, если бы ее сейчас вы не снесли ракеты, я бы на нее сел бы. Все, вот не стреляйте больше в нее. Ой, сука! Ой, пан! Вот, нормально. Кто-то со мной, я так полагаю, рядом был. Мама, да? Пора уже, да? Куда ты отходишь, блин? Я по тебе стреляю. Такая стрельба, что я даже вас не слышу. Да. Сандэн, и... Все фигня, все дело. Ох, тлен везде. А, кто это был? Блин, я чуть не оглох, блин, стреляя из этой штуки. Я сейчас стан, только не добивайте. Каплю. Подним брать. Что мне не нужно. Норм. Че там творите? Да ничего, нормально все. Рутина. Че надо творить? А. Нам надо мясо. За мясо идем. New location. Регенится? Нет, не регенится. Посидеть. Да, ой. Ты вот знаешь, люди нам говорят, вы там типа стримите, тогда хера и бла-бла-бла. Мы-то ладно, играем, сидим, а вы-то все это дело смотрите все это время. Офигеть. Это вообще долго уже тоже, по сути-то. Ну кому намекаешь? Сардельку, например, который сегодня прогулял. Прогулял учебу, чтобы смотреть весь день стрим, парень вообще. Ну это весело. Сарделька теперь нас проклинает. Потом, когда, блин, семестр будет, у него там сессия, вернее. Когда его отчислят, тогда и будет проклинать. А, он скажет так, оно того стоило. Шумный пулемет. Берсерк, солдат, хантер. И хантер говно, окей. Перечисление классов? Берсерк, хантер, говно. Это три класса в игре, бля. Так. Солдат еще есть. Казались какой-то задниц. Ого. Вот тут реакция у парня.
меня выстрелил, он присел. Шареный парень-то.